А на силу атаки там вроде есть. Подойди, пожалуйста, к полену. А, это ты? Угу. Почем продаешь? Вы мне закройте, пожалуйста, инст. Говорю, почем? Забирай. А в натуре? Благодарю. Ого, а кто это? Кто это? Я тоже хочу. Бля, рога без проходки. Есть знакомый рогу у кого? Так проходку вроде уже давным-давно отменили. Нет, нихуя. Еще нет. Каражам, по-моему, отменили. Маги Грул. 25-ку надо и к 10-ку. И в магии Грул нужна кара. Такс. Нужно одну БДДшку добрать по-быстрому. Ребята, те, кто спамили, еще по разочку заспамили в глобал. Ищем одного ДДшку. Бля, ну желательно рога. Прямо точно. Элефант. Чтобы чисто посадить на минус от хилы, заебись. Да и на косты. И не только, плюс пару станов на чемпах. Блять, кашка 229. Бери уже, хватит одного ханта. Просто будем давать пару сек еще на пол, нормальный. Засуманьте кто с его пати, пожалуйста, ДКшку, третья пати. Все, я уже сумму. Так, медведь 47, а где мой протопаладин? Протопаладин, родной, иди, выйди вперед, пожалуйста, два шага вперед. Блять, у ДКшки что, тоже проходки нету? Вы так не шутите. Да, рыбка будет. Сейчас мы это все это соберемся. А нет, есть. Посмотрим, кто знает, кто не знает тактику. Я объясню по тактике. Вроде бы все собрались. А, итак, добрый вечер, народ. Меня зовут Максим. Это так поприветствоваться. А, в общем, кто не знает тактику, присоедините, пожалуйста, в рейд плюсик. Привет, Максим. Тут тактика не слишком сильно отличается. В огнях не стоим, снобальдов подносим под босса. Милики сливают снобальдов. Ничего сложного, танки меняются на 4 стаках. Гиз я уже линковал, но линкану еще раз. Держите еще раз один гиз. Еще вопросик маленький. Да. Касочку дайте. В Пугафлут. Я в Пугафлут написал, на кого ролю. Нормально все, так? Да, я все вижу. Ага, понял. Хорошо, спасибо. Только желательно, чтобы вот написал Void. Если ник в игре не Void, то я не могу понять, кто там писал, что это. Кто это такой, что он будет ролить на ретрика. Скорее всего, это протопал. А, нет. Point Light. Да. Void Light. Да. Это Holy Paladin в 5-м пати. Всё, вижу. Так.
Все, вижу, я себе дописал. Ребят, еще раз, кто ролит не на свой спек, пожалуйста, напишите в пугафлут, на кого вы ролите, чтобы потом не было претензий. Тут кто-то рыбку поставил, подойдите, покушайте рыбку. В центре стоит. Будем начинать. Шитосмах, тебе сказали, нахуй, напишите, блять, в этом, нахуй, в Дискорде. Нахуй ты сюда пишешь. А потом Триня на ДДшку топовая, не помню с кого падает. Валькирий. С Валик падает. Это приговор, правильно? Выбор смерти. Я просто за ДДшку не играл, сейчас секундочку, вар. А где тут она? Я что-то слепой, я ее не вижу. Череп такой, череп. Я скинул в чат. Ага. Ее ролят топ 5 миликов. Чтобы не было обидно, чтобы они стремились дать ДПС. Ну хорошо. Вот. Ну что, в принципе, тактику все говорят, что знают на первого босса. Я запускаю. Так, с по бафам, по аурам, по бафам вы распределились. Бафы все вижу. Бары, один кричит на АП, другой кричит на ХП. Там вы сами думаете, кто, что, куда и как. Короче, на готовность. Варчик, что? Мак, что не так? Каску по магам, пожалуйста, скиньте, паладины. Вас 5 человек. 5 ретриков. Его дали уже. Все, вижу. СС на кого кинуть? СС. Так, у нас один блок. СС кидай на... Кто первый забирает, Мишка или Пал? Первый забирает протопал, потом забирает Мишку. Окей. Вроде бы все готовы. Я запустил, подходим на готовность. Пропили фласк. У кого можете уже мазать масло, у кого есть с собой. РДДшки, попытайтесь набрать ренжу максимально, стать полукругом к боссу, чтобы вы друг у друга не стояли. Служ выходим сразу, потому что вы будете подгорать. Это будет для вас лапу, очень... пожалуйста. Что? Лапу, лапу. Пять, четыре, три, два, один. Сант, напуй, пожалуйста, на паладина. Не стоим в лужах. Я кричать не буду, поэтому кому тихо я разговариваю, сделайте после босса громче. Нормально ты разговариваешь. Нобальт на бензобаке, ребята, мужики свичнулись, убили. Медведь, забирай, протопал, отпусти босса. Мак, Фаерлина, подойди к мире пачку, тебе снобль досадил. Два снобальда в рейде, ребята, милики. Вас мили, два снобальда, убейте, пожалуйста. Милики свичнулись быстро в снобальда, на хиле снобальда. Thank you.
Варчик, ой, Пал, заберешь себе жгучую, Мишка, заберешь кислотную. Хотя не наоборот, жгучую заберет медведь, кислотную заберет Пал. Мишка, после того, как она зароется, пробежи с размороженной в замороженную. Кто-то не успеет тебе по-любому дойти. Да, ну, бывает такое, что пару людей не успевает, и плюс второго танка может заморозить, поэтому на медведя лучше взять жгучую, чтобы он успел пробежать. Мишка, задерживай до конца паладин. Не забираю. А, нет. Мишка, не за... А вы определитесь, тут почему паладин никто не скинул. А, сейчас этот... Войд, дашь Боб. Дай Боб по Мишке и... Протопал, дай по себе Боб. Скиньте быстрее. Протопал, дай Боб, скинь себя. Молодец. Снимите, снимайте Боб, забирайте. Мишка, отводи жгучую влево. Подорву. Один. Блять, Мишка, ты куда я повел нахуй? Все, Мишка, стой. Достаточно. Свичный, с Геру дали. Залили кислотную. Ребят, набрали, попытались набрать рэрдж, хотя бы не стоять. Войд, стой с медведем, его потом прошибать будут. Плюнуло. Сейчас пару тел заморозит. Мелики, там 3 мелика, 4. И хан. Подбежали к медведю, разморозились. Мишка, води, там она лужу под себя льет. Ты по чуть-чуть отводи, вот видишь лужу, отводи. Чимбахил, беги, пожалуйста, к медведю, разморозь. Мишка, пробегись, разморозь, пожалуйста. Все, вижу. Готовьтесь ловить. Кислотную забрали. Добиваем 50%. Ничего сложного. На последнем ледяном реве все под щит орды становимся. Лужа, 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 ведите, ведите, ведите. Отойдите от лужи, пожалуйста. Мишка, сейчас кислотную добьют. Да, все, все нормально. Отойди, отойди, отводи, 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 опять лужу. Тор, я тебя берну на перед ледяным ревом. Добиваем кислоту. Да, да, да. Разморозься там, холи пала. Ой, протопала. Да. Пока нечем разморозить, я его не могу найти, чтобы достать. Медведь, забирай. А медведь жгучий и так стоит. Протопал, тебя захиливают, просто стой. А, веди, веди, медведь, веди, 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 там лужа. Они под себя разливают лужу, миликам очень больно. Протопал, медведь. Я говорю, ребят. Прото, этот медведь умер, не стоял. Я же просил, медведь, не стой, лужа. Не забирай пока, у нас протопал, разбафайте, по друидам ребаф дали, фулл ребаф по друидам. Мишка, берниш, берниш. Кто у нас упал? Ханта надо будет бернуть. Да, там лужи убила, я понимаю. Смотрите, она может плюнуть, разбежитесь сразу, а то шотнет. Не надо иметь. Мишка, берни ханта. Имбахил, выйди с рейда, прохиливай себя. Набери, вернее, дистанцию 10 метров друг от друга и прохиливай. А, разбежались, ребята, кто с дебафом, разбежались, милики, вы сейчас друг друга положите, разбежались, набрали рынку, прохиливаем. Прохиливаем, стоим, прохиливаем, сейчас падет дебаф, все будет нормально. Она вырылась, 2 миллиона, давайте. 7 секунд еще, милики, не сбегайтесь. Можете сбегаться. Веди чуть-чуть, уведи чуть-чуть, она лук. Пал, уведи чуть-чуть, она лук.
Прости, пала, он с дебафом. Хоть щиторды, перешли. Пал забирай. Медведь, прыгни в кошку, подойдешь пока. Хоть щиторды, ребята. Жидкий сова, подойди, Берни. Кого? Берни, наверное. Шепешку. Аура от льда, пожалуйста, включите вместо ауры огня, быстрее. Кентайк. Вон присунул. Разбежались, ребят, разбежались, пожалуйста. Тот... Кто? Имба хил, минус 50 кроллов. Как можно так? Да ничего страшного, берсы нету, в принципе, убьем. И бахните, пожалуйста, павших. От Эру разбежались, пожалуйста, все. Не на босса, влево отправо, но не в босс. Молодцы, бусты сдали. Феникс, Берни, пожалуйста, форум. Хотя не Берни. И так вот. Понял. От Фаерлину разбежались. Молодцы. Ребят, решите, после какого босса вы пойдете на перекур. Я верю, что кто-то курить заходит, когда собирались, пока таяли. Я думаю, после чехов будет самое то. Рак. Не, ну я думаю, не навсегда уйдем. Вот Фаерлину разбежались опять. Отлично. Ну, постоянно, я же надеюсь, после чемпов, если пойдем покурим. Ну, кто-то пойдет покурить, кто-то пойдет чаек заварить на 5 минут. Не убегут так, что уснут до утра. Да? Не, в этот раз на самом деле он очень мало заморозил, всего 2 человека. Любит он тебя. Вот. Блять, Ники. Разбежались и черепка, в общем. Ребята, те, кто лежат, пожалуйста, не вставайте, может вам потом лут не щитануть. Мы сейчас добьем и тебя вас поднимем лапками. От как разбежались? Ибо чернокнижника не залюбил. Кремлёна, я думаю, не должны добиться этот стан. Молодцы. Поднимите, пожалуйста, тех, кто упали. Ло, этот. Ролить будем все в конце. Мы будем ролить только если где-то тринкет упадет.
Потому что он повысит ДПС Пати. Ребят, запущите, пожалуйста. Сейчас второй босс Жираксус. А у нас есть пару магов, но они все равно не будут успевать кидывать стаки на боссе. Пожалуйста, команда. Они вообще успеют с головой. Ну, я не хочу рисковать, поэтому шаманы пускай пуржат. Да ну нахуй. Ну, ребят, хорошо, смотрите, шаманы не трогайте. Если Джераксус хоть раз уебется атаками, я каждому из магов выдам по 20, минус 20 крона. Сейчас на Джераксусе померяем, сколько кто ДПС дает. 10. Да, 10, стабильно. Ставлю рыбку вот. Блять, ну магов же это... Рыбку подошли, обновили. Как его? Быстрее. Этот же спелл мне этот не КДшится, так что могут по КД забирать. Винтбак, запусти, пожалуйста. А то я попросил никто. А на ком меряется ДПС для выбора? Не, на валик. Какой на валик, ребят? Вы что, там ДПС увеличивается на валькирии. Ну, факт, сейчас у нас получается идет манекен. На ком? А, ну да, пойдем сейчас ЦЛК замеряем, может, ДПС и вернемся обратно. Не, сейчас на Джераксусе замеряем. Там просто один раз до инфернала я посмотрю, кто выдаст сколько. И в конце посмотрю за весь бой. Нет, это у паладина умницка. Да, магам же не нужна эта самая. Так, 20 секунд. А, медведь, поддержишь босса, пал, ты баб поводишь, хорошо? Лок, на тебе первого инфернала, короче, банишь, второго инфернала приручаешь, понял? Третьего инфернала мы заливаем, потом ты отпускаешь, мы забаненного... Отпускаешь, мы его убиваем, и потом... С пятки бабится, сейчас не приручается, вернуть только можно. Тогда пофиряешь. Мы зальем того, что будет в ней всего. И это. Хант на пул. Пламя Легиона, 5 секунд, ребят, готовьтесь. Смотрите внимательно. Миш, забери, пожалуйста, обратно. Пламя Легиона на танке захилили. Есть. Пал. Да, молодец. Подведешь под босса, потом бабу, хорошо? Пускай мелькит ливой, чтобы их не было много. Захиливаем вас. Могу неправильно ник произносить, не обижайтесь, не бей. Ан, молодец, побежал. Тора захилить. Инферналы 8 секунд приготовились. Инферналы, Лок, готовься. Первого второго теряешь, третьего заливаем. Если можешь, накинь метку на третьего. Я буду хилить. А Менгаса захилить. Ребят, сейчас Секси Джем побежал. Вот. А тот, что бегает Инфернал, пожалуйста, не захиленный, а тот, что ничего с ним нет, свичнулись, убили Инферналов, ребят. Звезду убили. Звезду убили. Я еще одну звезду поставил, убили. Танка захил, танка. Кто-то лужу разлил под боссом или мне показалось? Да, так как какой-то, блядь.
А, так, с последнего инфернала отпусти, пожалуйста, мы его зальем побыстрее. Бензобак побежал. Эру захилить. Добивайте, бьем. Фанта захилить. Сейчас будет инфернал, и лот, готовься. Ой, сука, блядь. Стаки, 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 ребят. Лок, готовься, ребят, сейчас опять лок поставить звезду, кого заливать. Готовимся, будем свичиться в инферналов. ДК-шку прохили. Звезду залили, ребят. Милики свичнули звезду, аккуратно в лужу попадете. Шугека побежал. Сори, я, возможно, неправильно не произнес. Вот закинь звезду на того, что теряет ДК, пожалуйста. Хотя нет, держи его в фире до конца. Сможешь? Да не, проще добить. Хорошо. Покинь, закинь звезду, пускай грипнут под босса и убейте. Фэмилики зальют. Ребят, залили инфернала звезду. Добиваем дурак. Стаки, 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 стаки. Вар побежал, вар, беги, вар, беги. Отведи, Мишка, отведи. Там очень близко огонь, очень страшно. Ребят, давайте, у вас 15 секунд, чтобы залить 6 миллионов ХП. Нет. Да, сейчас будут инферналы. 5 секунд. Лок, на тебе, паладины, сдаем также свои эфиры. У вас все работает. Эфиры ваши тоже теряют инферналов. Доливаем босса. Заринка, беги. Вара захилить. Да, просто давайте добьем, да и все, босса. Понимаешь, сейчас надо бары, это, паладин любой сдать эфир по интерналам, 5% босса добивает. Тут просто проблема в чем, рейд очень сильно падает из-за того. Семьсотка, ребят, давайте. 300. Готов, сынок, ебаный. Хорошо, очки залили. Боешечка. Да пиздец, блять. Ролю нахуй на танк и падает, что не ДД, блять. Полностью нахуй. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Так, после чемпов перекур, да? Да, после чемпов перекур убрали. Уберите эти самые и запускайте. Паладины слабые, блять, с печатью повиновения, но... Так, пожалуйста, заскриншотите, кто-то разверните, заскриншотите рекаунт и скиньте, пожалуйста, в Дискорд. Ладно, я сам сейчас все сделаю. Убери. Я тоже скинул ПВГ флот. Кто-то залагал? Уберите тотемы, пожалуйста. Поднесите их к нам. Так. Сейчас я рекаунт засуну в жопу ему обратно, где он стоять должен.
Танка не надо спекаться, если есть возможность. Сейчас посмотрим, что за пачка будет, и посмотрим, сколько в танков мы пойдем. Да. Инер у меня в КД был, я его себе сдавал. Так, смотрим, что нам там дали. Лок, полено твое. Так, секундочку, я шмотки раскидаю. Лок, грец. Ну что, мам сил. Лили, мне уже заявились. Сейчас скажу. Не, маны дохуя, не N точно. Так, смотрим, у них ДК. Ант в приоре. Будем стартовать с другой стороны. Так, Рога. Жрец, это у них хил. Лок. Так, слог. Вот это вот трусы. Маг. Ромб. Шаман. А с чем стоит шаман? Посох или однорукий щит? Мана мана дохуя, это не Элем. А, ну может быть. Это Элем. Понятно. Звезда, вар и пал. Такс. Ну что? Дайте-ка подумать, как мы будем делать. Ну, сперва мы заливаем ханта, после ханта нам надо было бы залить желательно мага. Или лока, там уже как пойдет. Лок, ПК, на тебе полено? То есть бегаешь с ним до конца. Потом, ребят, контроли не буду распределять, косты, потому что петовский пет ханта загрязет всех, поэтому надо слить сперва ханта. Хант, лок, маг. И... А там уже дальше будем смотреть, кто ближе. Говорить по меткам, кто кого контролит? Крест. Квадрат. Ладно, я сейчас сменю локу, дам череп. А роки дам квадрат, чтобы видели. А, крест, череп. Потом, получается, заливаем... Ромб. Ребят, подошли все к вратам. Откуда выходит моба? Танки туда с хэпалом. Хэпал, ты двоих танков прохились? Ребят, тут хэпала нашего интересует вопрос. Девочки в рейде есть? Да, есть. А что? Так, вы в два танка там будете стоять? Я не знаю, хватит вас или нет. Если нет, потом кто-то спекнется. У нас типа третий танк есть. Угу. Вот, ДКшка. Тор, первый грипаешь к нам ханта, а Доки вроде бы такник. Давайте дальше станем. Ну, нахуй. Ребят, около аэродру остановитесь, пожалуйста. За платформы никто не слазит. Вот вниз никто не слазит. Ты на платформе. На дереве, короче. Да.
Звезда по центру дерева не считается, если что. Бля, сложный пак на самом деле. Но тут проще не будет. Хэпал, вернись к нам, пожалуйста, танк. Не. Там Хэпал через частицу будет хилить, так что тут... Хант, родной мой. Ты меня слышишь? Хант, плюс рейд, пожалуйста. Все, вижу. Под нами каток, лей по КД, пожалуйста, я тебя умоляю. Это будет сейвить. Лог, портал можешь закинуть где-то так, чтобы если на тебя сагрятся, ты через портал мог уйти. Маги, блинкуйтесь куда-то не в центр, а ближе к щиту Орды. Тотем пусть по КД кидают. Тотем на замедление можете кидать. И корни также сдаем. Сова, фиряешь, как того можешь. Ну как фиряешь, смерчишь, корни. Анрол по усмотрению. И сферы рыцаря все анролятся. В принципе, все, что надо было знать, я рассказал. Секундочку. Да, сразу заливать его под герой. Да. Так. Буквально. То есть, печеньки мы рулим, да? Для улучшения Т9. Да, но конечно. Я буду по приоритету отдавать, то есть сейчас печень, ну типа на апгрейд Т9 кому приоритетней, а, это Эрдру, Авар, который, и мем ханты. Который не поменяет, и я не знаю хант по поводу ханта, когда он, но ханты я знаю, что сейчас переодеваются в Т4. Ну это и... Сурвы переодеваются, мм играют Т9, 2Т9, 2Т4. Тогда хант еще будет ролить. Ну, то есть те ребята, которые играют по приоритету, то есть, например, Эрдру, Авар и Хант, между ними будет приоритетный ролл по Т9. Ребят, можете меня закидать санными тряпками, но я считаю так. Вы сейчас повыбите завтра Т4, выкиньте нахуй шмотку Т9 245, а я с этой шмоткой буду еще целка 25 хм хилить. Ну, не, это ну то понятно, что Эрдру ролят на Т9. Давайте, Арчана готовы. Ладно, ближе к делу. Да, смотрим. Все ли готовы? Бафы, не бафы. Знаете, вот секундочку еще отвлеку. Каждый раз, когда я дохожу до чемпов, мне становится страшно за рейд. Если мы проходим чемпов, мы проходим дальше. Просто баф, пожалуйста. Придите, раздайте рейду, а то не хватает. Ну, по поводу молота на Аруна пали, я тебе скажу так. Он со мной хилил... Ой, он мне дедэшил в прошлой КД их десятку, я это заметил. Я сказал еще у себя тогда в рейде, что когда я буду релить Грулмагик, если даже выролит Ретрик молот на Ару, он его не получит, если будет ролить Вар или ДК. Да, им очень повезло, им вообще в последнюю очередь отдают. Давайте, ребята. Ну что, еще разочек, короче, на готовность. Сейчас Туровки Пал отбежит отсюда, и мы начнем. Давай, Пал. Пал, ты туда, с ними стоишь, на максимальной рендже. С паладинами. Ну, с танками. Иди, иди. Где ты? Я тебя не вижу. Полик, ты где? Я потерял полипал. Эй, танк. Полипал, ты к танкам идешь. Ты к танкам. Бля, ёб твою мать. К выходу иди, там два танка тебя ждут. Ты не прям под них на вытянутую частицу, там 50 метров. Всё, он не умрет, если он будет стоять на 50 метров. Есть? Дайте буквально секунду. Я. Иди сюда еще, полипал. На секунду. Говорят, что ты умрешь. Да.
Выпьешь только, когда сагрится. Блять, не понял. Мне уведомление только что пришло на телефон, что меня пытаются взломать. Не понял. А, это обновление системы безопасности. Все нормально. Так, давайте, ребята. А, Тор, тяни ханта. Тяни. ДКшка догрипаешь. Догрипнули ханта вред. Еще. Все, давайте, ребята. Геру дали, по ханту сыграли. Расконтролили. Каток разлили. Прохиливаем. Больше ДПСа по ханту. Давайте, я верю в вас. Вы зальете его. Так, да. Где он, пидор, блядь, съебался? Не знаю, куда он свалил. ДКшки, у кого есть грипп, если он сваливает. А, Рогу расконтрольте, Рога в рейде. Расконтрольте, пожалуйста, Рогу. Лока прохил. Череп проконтроли, череп вернуть. Диспельте, блядь, уёбка ёбаного. Масс диспел, сдай. Блядь, диспельте, он же хилится. Маги, снимите, пожалуйста, крылья с паладина. Пуржите, пожалуйста, ходки с ханта. Блядь, чё так всё хуёво пошло? Да, всё, уже можно ложиться, нахуй. Да, упало. Да не пол рейда лежит, но хилов не расконтролили. У меня Падает. Другой вопрос, нахрена вы раньше танков начали? Вот именно. Вот мне тоже задался таким вопросом. Мы, блядь, даже атаку не начали, ДК уже затянул, и вся пачка к вам побежала. У нас тут только вар стоит. Он вас любит. Пойдет. Заебись. Королев сказал, ДК сделал. Я еще раз говорю, не зависит от танков, сколько было. У нас просто утянули и побежали. Это мой косяк, сорян. Давайте, падайте, встаем, заходим. Чемпионы, да? Мой тоже. Ребят. Ребят, рыбку подошли, покушали. Не, ханта убить, и просто хантовский пет вырезает всех. А может, пожалуйста, труп существа встать? И вообще можно бить здесь, там, где мы рыбу кушаем. Только на досках. ДКшников есть много, они притянут. Мак, вставай, пожалуйста. Так, что у нас там? Могу похуй. Вижу. На Шамхил или он с постом? Разве? Хил разве не с посохом? А, он с посохом, да, это хил. Понял, лок. Вот так вот. Мы, наверное, будем стартовать с отхода. А, я понял, почему маг не встает. Он же написал, что он в био отойдет. Так, жрец это хил, да? Полумесяц. Лок на тебе, Эрдру, как обычно. Так, сюда, ромб. Так, иди покушай рыбку, там тебе осталось. Рыцарь смерти, паладин. Так, радует, роги нету в этом уже. Как-то роги нет, стоит он там. А, я тогда